В маленьком горном городишке в Вирджинии есть заброшенный дом. И слухи ходят, что злобная ведьма живет там. Одна маленькая девочка зашла в дом наспор и не вернулась. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в Гнарлит. Возможно, переводится как «старая корга». Я не уверен, я не проверял. Но вы проверьте сами и напишите в комментах, как это переводится. Короче, я искал игру по типу Грэнни. Знаете, чтобы ощутить зуд в заднем проходе от страха, когда за тобой гонятся. Эта игра в кошки-мышки мне очень нравится. И вам она нравится. И всем она нравится. Все любят убегать от маньяков и убийц. И проверенная. Проверенная информация, статистика подтверждает. Короче, мы играем с вами в эту игру. И здесь почти как в Грэнни, только поинтереснее. Точнее, ну не поинтереснее, а свежо. Свежо. Нашел ее на просторах Ютуба. Итак, нажмите Enter, чтобы продолжить. Мы играем вот такой вот девочкой. Смотрите, она уже на шухере, а вот это... Ой, бойтесь этого взгляда. Поднять предмет. Вы подобрали крысиный каркас? Все, я понял. Все, вот. Все, понял. Давайте подберем этот ключ, который я не могу подобрать. А крысу я могу подобрать. Возможно, я смогу отвлекать бабку. Что делаем-то? Куда делаем? Ой, выходим. Спускаемся вниз. Давайте сядем-ка. Слышите? Идет. Сейчас мы увидим ее. Я просто не заходил даже в эту игру. Я просто скриншоты видел. Мне хочется понять, как она, как что будет происходить, когда она меня увидит. Давайте кинем пока. Так, короче, какая-то жижа. Какая-то жижа там. Нам надо будет как-то это использовать. Пойдите в эту сторону. Поскольку я шаги слышу слева. Или справа. Она, походу, здесь. Ладно, в другую сторону пойдем. Смотри, как она так глазками туда-сюда смотрит. Открывай дверь. Смотрите, куча дерьма прямо в раковине. Бабушка. Зубная щетка. Мы можем почистить зубы. А можем вот здесь спрятаться. Так, пока мы можем бросить сюда щетку. Мы можем встать на сортир? Мы можем? Так, тихо. Хорошо, раз мы можем встать на туалет, значит, мы можем еще выше забраться, по идее. Мы можем нагадить еще больше в раковину. Возможно, старуха увидела свое отражение. Блин, она уже прям здесь. О, мой... О, я бы тоже так разозлился на зеркало, если бы увидел свое отражение. Вот такое. Оп, смотрите, как мы аккуратненько идем ножками. Оп, 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 оп. Незаметно, незаметно подкрадываемся. Мы еще тише, чем обычно. Давайте заюзаем. Мы убрали. Ладно, давайте кинем. Что это упало? Пикт, буби-пин. А, заколка. Я понял. Я понял, для чего это. Надо наверх. Это срочно наверх надо. Вот сюда, да? О, нет. Смотрите, все, кстати, зеркала, абсолютно все разбиты. Так, а что мы можем использовать? Это же как отмычка. Давайте кинем пока эту отмычку. Попробуем туалет мы никак не можем использовать. Ладненько. Ой, мама! Беги! Беги! Погодите, я же скрылся! Я же скрылся от нее! И я не то чтобы испугался, когда она меня все-таки поймала, но я немножко так напрягся. Теперь план действий у нас ясен. Открыла дверь. Щетку дала мне. Вытерли. Все, вытерли. Ой, блин. Ой, ба-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 
не может нас видеть. Все, она такая, не могу я. Короче, она видит с жопы нас тоже. Хорошо, что здесь нет такого, типа, день, два, три. Скоренько, давайте быстренько действовать. Перещетка, черт, перещетка. Есть. Швырнуть, взять, поднять. Теперь и непонятно, нам надо дождаться, пока она пойдет, пройдет. Пойдет. Бабуля, там вам кто-то наложил кучу в раковину. Смотрите, девочка потеет, когда видит бабку. Пока девочка потеет, нам нельзя выходить. Я понял, как это все работает. Скорее. Закрыто. А теперь нет. Ой, а куда бы нам дальше-то идти? Было бы здорово. Это бесполезно сейчас. Было бы здорово найти место, где можно спрятаться. Ой, закрыто. Ладно. Пойдемте сюда тогда.
Ой, дом становится все больше. Ё-моё. Так, пламя холодное. Хорошо, здесь мы можем спрятаться. Ничего не работает. Отлично, книга. Она бесполезна сейчас. А, теперь нет. Все закрыто. Стоп. Хорошо, я не могу использовать уже эту штуку, эту отмычку, но могу использовать теперь книгу. Может быть, поджечь ее можно? Нет, книга, скорее всего, используется для того, чтобы встать на нее, да, стать выше. Какие неприятные картины. Вот, например, вот это вот. Можем ли мы использовать это, чтобы забраться выше? Не можем. Ладно. Давай сюда книжка. Вот в эту сторону еще можно пройти. О, мистер Слизняк. Я не понимаю. Во-первых, здесь нельзя прыгать и начать двигаться в воздухе. Если ты прыгнул сначала с разгона, тогда ты полетишь вперед. Ну вот как-то так, да? Так. Улитка с человеческими глазами. Опа, открывается. О-о-о. Вот куда книжку нужно использовать. Их. Их. Very good! Только куда теперь прятаться? Стоп! Есть! Есть! Куда? Нету куда! Книга, защити! Мерзкая рожа. Она зубы не чистила давно. Действуем супер быстро. Швырять. Открыть. Поднять. Побежать. Ждем. Во, по идее, здесь меня тоже не видно. Так, что-то я не понимаю, где бабка ходит? Давайте вот это выбросим отмычка, все. Пойдемте посмотрим. Мы здесь открыть ничего не можем. Окно открываться не может. Ладно, идем вниз. А, неожиданно было. Почему она именно с этой стороны подошла? Я думал, что там внизу с другой стороны подойдет. Как я взвизгнул. Даже немножко неловко перед вами, друзья. Я что-то такой смелый. Но теряю лицо прям. Он идет. Кажется, чисто. Кажется, все чисто, можно бросать, уходить. Так, у нас мало времени. Мы должны в срочном порядке бежать за книгой. Я хочу взять ту свечку или что там стояло в ванной. Книга! Книга. Берись. Вот, все, бежали. О-о-о. Давай, девочка моя, беги. Шустро беги. Мы устали. О, нет, сейчас бабка придет. Мы можем прятаться за стулом, да, если что. Если что, мы это можем сделать. Теперь надо очень быстро. Так, так, так. Поднять. Скорее за стул. А что мы взяли? Какой-то мешочек. Это перец. Это соль. Конечно же соль. Для улитки. Да эта бабка выглядит так, словно на нее можно соль посыпать, и она сама растворится. О, мерзость. А сейчас она обратно пройдет. Да ладно, нет! У меня остановилось все внутри. Я жизнь перестал чувствовать. Я думал, это все. Давайте воспользуемся солью. Так. Прости. Либо ты, либо я. Ключ! Так, стоп, швырнись. Маленький ключ. Как понять, куда теперь эта бабка пойдет? Небось. Направо, да, пошла? Нет. Или да, или нет. Стоп, это, возможно, ключ не здесь. Не здесь. Я понял, где он сработает. На чердаке. О, нет. Я думал, она вперед пройдет. Как теперь понять, куда она пошла? Кажется, она пошла вниз. Ванну проведать, да? Так, это не работает. Ой, прошу вас. Ой, прошу вас. Ой, я хочу жить. Есть, давай.
Отлично! Ты издеваешься? Ты, блин, издеваешься? Как быстро она действует. Блин, прикольная игра, мне нравится. Мы научены опытом горьким. Теперь у нас все получится. Она идет наверх. Ты смотри на нее. Какое говно, а? Наверх идет она. Так, открыть, бросить. Все, побежали вниз. Ох, сейчас нужно действовать очень быстро. Она медленно по ступенькам бегает. Она вообще не бегает по ступенькам. Она просто аккуратно идет. Непорядок. Гоу-г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 оу. Гоу-г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 оу. О! О! О, нет, за стул! За стул! Как быстро, хорошо! Как хорошо, что стамина вот прям вот настолько быстро восстанавливается. Ой, как сейчас было бы ужасно все. Она пошла в другую. В другую сторону пошла. Быстренько! Кинуть книжку! Добыть соль! Быстрее за стул! Еще есть время! Сдохни, улитка! Быстрей! Иди за ключ. Вот теперь непонятно, как быть. Ча бабка взбесится, конечно, что улиточка-то убили ее. Это месть. Из-за того, что ты меня пыталась убить. И убила. И не раз. Она наверху. О май год! Какая она неприятная. Вот неприятности от нее веет. Ладно, здесь надо действовать прям, ну, супер быстро. Швырнули, открыли, подобрали. Прячемся! Я так понимаю, бабка спаунится прям сразу. Слышите, как торопится? Слышите, как торопится? Что за фигня? Ладно. Ладно, попробуем вниз сходить, да посмотреть, что да как. А в какую сторону она пошла? Налево? Погоди, нет. Она уже вниз ушла. И девочкины глаза показывают, где конкретно бабка находится. Очень круто. Смотрите. Да, девочка прямо на нее смотрит. Окей, это ключ. Он у меня в руках. Скорее бы куда-нибудь его воткнуть в чью-нибудь дырочку. В какую-нибудь, точнее. Какую-нибудь важную. Вы открыли. Вы открыли, бегом. Что это лежит? Что за кишка прямая? Быстрее. Зажигалка. Там была свечка, я помню. Опа, еще ключ. А я и не знаю. Евгений и не знает, что делать. Ну, наверное, надо будет нажать потом, да? Вот сейчас вот прям нажать. Оу. А, погодите, нет, так не работает. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте кинем здесь эту зажигалку и пойдем сходим за ключом. Она ушла туда, к улитке дохлой. Сейчас она обнаружит дохлую улитку. Ой, она разозлится. Возможно, она еще не знает. Стоп, какой ключ? Вот это, по-моему, да? По-моему, это новый ключ. Давайте сюда. По-моему, здесь можно открыть эту дверь. Вот эту новую дверь. Да? Нет. А где же? Вы подобрали ржавый ключ. Что ржавого есть у нас? Блин, слишком тихо. Видимо, она далеко где-то. Или где-то очень близко. А, где-то... Вот эти вот телодвижения делать, ну, очень страшно. Слышите, она что-то хавает. Что это за звуки? Неужели улиточку решила сожрать? Я помню, когда я грохнул мерзкое существо Грэнни, она была вне себя от ярости. Помните их сыночка в клетке? Так... Бабушка, видимо, не очень любила свою улитку. Ладно, мы идем сюда. Вот она дверь. Вы открыли. Ой, вы молодцы. Какие вы молодцы. Куда мы пришли? Куда-то еще вниз. Ладно. Зажигалка нужна. Она прямо здесь. Идем в тень, спрячемся. Бабка, иди. Мне не нравится. Че сразу не сказали, что мне зажигалка здесь понадобится? Это же было очевидно, что сначала там, где свечка, вот там надо было применить. А теперь не очевидно. Теперь очевидно, что должно быть там внизу. Есть, хорошо, что ты здесь, бабка. Я рад тебя видеть. Классная,
классная фигура. Я не знаю, комплименты ей плевать на комплименты, походу. Есть, все. Ждем. Девочка смелая, девочка храбрая, девочка давай. Чтобы ускориться. Ох, метнулся Евгений, молодец какой. Так, зажигалка, вперед. Куда-то мы сейчас придем. Надо прыгать, да? Ох, да, они специально это сделали. Тут бы мы хрен что нашли. Смотрите, ей страшно. Ей страшно и мне. Топор. А там впереди что? Вспомнить бы, куда мы... А! Книга еще одна. Они плачут. Я взял книгу. О, блин! Что я должен был сделать? Что я должен был сделать? Дайте попробуем еще разок. Я что-то как-то я не понял. Может быть, нужно было махнуть? Кинуть в нее топор? Ага, ушла. Старая корга. Все, бросить. Вниз, вниз за книжкой. В первую очередь книжка. Тут, в принципе, все линейно. И благо рандомно не спавнится, как было в Грэнни. Здесь. Она здесь. Окей, она... Ой, блин, она там... Пошла не в ту сторону, правда, в которую я хотел. А, это на дверь открывает и закрывает. Все, я понял. Сейчас нужно будет очень быстро действовать. Побежали. Соль подобрать. Улитка. Все, взяли. Кстати, время 5 часов 10 минут. 5 утра? Или 5 вечера? Если 5 утра, то уже должно быть светло на улице, кстати говоря. Она наверху. По-моему. Судя по одежде девочки, сейчас летнее время. Че, она прошла? Тогда пойдемте наверх. Гоу. Ну че, давай. Хоп. Резко. Открыл. Поднял. Спрятался. Как быстро пришла ты, бабка, в этот раз. Нормально? Можно идти? Можно, бабушка? Какую дверь она? Справа? Она внизу. Стоит там внизу. Идет сюда. Ой, сюда прям. Ой, по-моему, она прям идет сюда, куда не надо. Так. Скорей. Все, время есть. Фу, блин, страх. Страх Божий, Господня, Господня, страх. Открывай. Валим. А, здесь что у нас? Ключ. Ми. И зажигалка. Кто в мою спальню зашел? Никто, как обычно. Она прям надо мной. Все. Сейчас берем ключ. Фу, ну ладно, Евгений, метнулся так метнулся. Вон, она прям над нами сейчас. Это идеально. Ой, зачем я кинул? Ага. Бросай. Бегом! Хорош! Она идет. О! Прям. Это вот то самое чувство, когда однажды, когда я был маленький, зашел сосед, очень пьяный в жопу, перед Новым годом. Такой, схватил меня, обнял такой. И такой. Ой, Евгений, поздравляю. Он не сказал Евгений. Он просто хотел очень сильно поздравить меня с Новым годом. Потому что вот такой вот он душевный человек. Куда нам идти? А, она наверху. Окей. Меня это устраивает. Так, надо понять, что, собственно, мы должны здесь делать. Бегом. Там есть еще одна дверь, которую мы не можем с вами открыть на данный момент.
Есть только вот эта книжная полка. Зачем нам нужен этот топор? Я не совсем понимаю. Ладно. Кинуть. Книжка подобрана. Ладно, давайте попробуем швырнуть топор, если вдруг чё. Оп, кидай, давай. Есть, получила. У меня всё в крови. Ура, беги, беги. Беги, девочка моя. Это безумие. Куда бежать? Куда бежать? Только там дверь осталась. Только там. Выбить нахрен дверь. Ой, блин, какая мерзкая тварь. Беги, девочка, она вся в слезах. Мы победили. О, еще так визжу, как баба. Мы победили. Мы победили, да. Она будет век помнить эту... эту ведьму с теплотой вспоминать ее. Ведь девочка усвоила важный урок. Монстры, обитающие у вас в голове, никогда не уйдут. Мы прошли игру, тем не менее. Прекрасная, прекрасная инди-игра. Надо мне почаще штудировать инди-игрушки, потому что такие игры дают очень прикольный экспириенс. Полный сюрпризов и настоящих ощущений. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Если вы знаете какие-нибудь прикольные игры, которые вообще не на слуху, то пишите о них в комментариях, пишите о них повсюду, во всех моих соцсетях. Ну, чтобы написать в мои соцсети, нужно в них вступить, и ссылки будут в описании на них. Также ставьте 1000 лайков, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, не забывайте про колокольчик, а с вами был Юджин, и всем, во-первых же, конечно, прекрасного предновогоднего настроения, во-вторых, желаю вам, чтобы такие монстры у вас в голове не заводились, это чертовски дискомфортно жить с таким, поверьте мне. В общем, я люблю вас, ребята, обожаю, целую, обнимаю, и, конечно же, всем 5!